Они редко выполняют свои упражнения у всех на виду. Да это просто физически невозможно. Формации перестроения происходят на высоте нескольких тысяч метров. А предварительная подготовка проходит на земле. Тут главное отточить все действия до автоматизма. И только благодаря работе воздушных видеооператоров у нас есть возможность увидеть то, к чему эти тренировки приводят. В этот раз все закончилось новым национальным рекордом. И для нижегородцев эта новость интересна тем, что среди 106 скайдайверов были и два наших спортсмена – Роман Цыбин и Станислав Головкин. Они также внесли свой вклад в этот уникальный результат. За 89 секунд свободного падения 106 российских парашютистов успели сформировать два больших образования в небе над подмосковной Коломной. Совместный прыжок произвели с высоты 5,5 километров. Итогом стала полноценная формация в виде цветка. Напомним, что мировой рекорд, который был установлен недалеко от Лос-Анджелеса, собрал в 2015 году 202 скайдайвера. Ну а в продолжение новостей из этого вида спорта добавим, что на чемпионате России по парашютно-атлетическому многоборью, который проходил в Московской области на аэродроме Ватулина, сборная команда Нижегородской области в составе Владимира Мурашкина, Ильи Свядища и Виталия Уставщикова заняла второе место. Спортсмен-парашютист Сергей Кузин выполнил норматив КМС. Все они воспитанники Федерации парашютного спорта Нижегородской области. Тренирует их наш прославленный спортсмен Кирилл Тюпанов. Григорий Ажигин, Объективно спорт, ННТВ.